дремал в тиши лесной, а нимфа юная у Купидона взяла горящий факел смоляной и опустила в ручеек студеный. Огонь погас, а в ручейке вода нагрелась, забурлила, закипела, и вот больные сходятся туда лечить водою немощное тело. Между тем любви лукавый бог добыл огонь из глаз моей подруги, и сердце мне для опыта поджег. Как с тех пор меня томет не ручей, а тот же йод, огонь ее очей.